нас водится. Ястреб тетеревятник. Черный дятел. После небольшого рассказа о фауне и флоре ребята посмотрели познавательный фильм об особенностях уникального природного ландшафта Одинцовского городского округа. Его подготовили сотрудники библиотеки семейного типа номер 2. Игры, мастер-классы и викторина помогают закрепить пройденный материал. Какую рыбу зовут речным санитаром? Щуку или карась? Поднимаем правильные. Мне кажется, щука. Правильный ответ – это щука. Номер 1. Молодцы. Воспитанниками кружка «Экоша», который существует на базе библиотеки с 2016 года, могут стать все желающие. Ограничение только одно – возрастное. Участникам должно быть от 5 до 12 лет. Занятия проводятся бесплатно, раз в месяц по пятницам. В игровой форме ребят знакомят с экологией родного края. Сейчас вы знаете, что у нас стоит острая проблема с экологией, поэтому мы пытаемся нашим ребятам рассказать о том, как сохранить нашу природу, как беречь наши все природные ресурсы. Библиотека сотрудничает и с другими городами Одинцовского округа. Так, вместе с сотрудниками Звенигородского музея проводятся совместные лекции и обзоры. Кроме того, для детей организуют чаепитие, а за участие в праздничных конкурсах и играх вручают призы и памятные подарки. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».